Всем привет, с вами канал Mazda MPV Колхоз Наше Все, и сегодня вы увидите видео, как разобрать стартер Mazda MPV Denza от Евгения с города Свободный. Смотрим, набираемся опыта. Всех категорически приветствую. Итак, перед нами лежит силовой стартер с нашего автомобиля, денсовский. Как его называют еще там, северный, усиленный, это обыкновенный редукторный стартер силовой. Начнем мы разборку с редукторного механизма для замены бендикса. Я его предварительно раскрутил, чтобы неудобно одному снимать и раскручивать. Внутри стоят два винта спереди, они под фигурную либо плоскую отвертку. Для того, чтобы их открутить, не сорвав грани на болтах, желательно либо ударной отверткой, либо в наборе в сатовском имеются биты под вороток. С помощью этих бит молотком осаживаем по несколько ударов. Делаем не сильных таких, не обязательно сильно лупить. Несколько ударов достаточно для того, чтобы немножечко осадить резьбу. После этого спокойно срываем болты, винты эти, и выкручиваем. Откручиваем сзади два винта держащих. Откручиваем аккуратно. Стараемся, чтобы стартер был лежа. После этого отверткой открутив не полностью винты, либо отверточкой, либо постукивая молотком слегка по ушам, стараемся разъединить вот эту часть. Вот. Вот эту часть разъединить. После этого полностью выкручиваем винты, убираем их в сторону. Все, убрали мы винты. Теперь откручиваем винты, держащие спереди механизм. У меня тут два разных винта. Один под фигурную отвертку, один под минусовую. Какой попался под рукой, так как первый раз я сорвал грани на фигурном, с горем пополам открутил. Крутил, какой первый попался. Так, все, это мы открутили, сделали. Теперь, разобрал. Это вот не есть хорошо, он слетел у меня полностью. Но это как бы ничего страшного, можно его разобрать и в таком виде, но не хотелось бы его так разбирать. Сейчас прервемся на короткую рекламку, пока хожу за ключиком на 13. Продолжим. Подшипники необслуживаемые. Аккуратненько выкручиваем два винта. Под ними находится щеточный механизм, щеточки. Все обслуживание заключается в промывке, очистке от пыли, замене щеток. Все, больше здесь ничего не требуется. Ну, сам вот редукторный механизм. Здесь ничего нету. Здесь посадочная под стартер, под мотор. Крыльчаточка охлаждения и все. Опять же, внимательно осматриваем крыльчаточку, чтобы она была без всяких разрушений, без ничего. То есть чистенькое все там, чтобы грязи не было в ней. Приступаем к разбору механизма. Так. Вот вам видно было. Thank you.
Механизм разбираем аккуратнейшим образом, потому как стартера у нас работали долго. Если был разрушен подшипник на Бендиксе, их там стоит два, то 100% подверглось разрушению и шестерня, которая промежуточная. Чтобы не рассыпать с нее все детальки, он тут на штифтиках сидит. Отставить винт не докрутил, поэтому не могу разобрать. Вот, все снимается, верхняя часть. Что мы тут видим? Видим мы, собственно говоря, редуктор и кучка запчастей. Вот шестерня, про которую я говорил, промежуточная. А вот осколки обоймы, в которой находятся вот эти вот ролики. Обойма, если разрушилась, ничего страшного в этом нету. Аккуратненько ее собираем на место с помощью солидола. Садим, вставляем ролики. Ставится она вовнутрь вот этой вот шестерни. И собираете, ролики вставляете. Ну, это не суть нам важно. Наша задача — снять бендикс. Я этот стартер разбирал, на место не собирал, как положено. Остатки тут еще остались, обоймы в механизме в самом. Так, ну это ладно. Снимаем бендикс. Оп, внутри у него пружиночка стоит. Тоже смотрите, чтобы не улетело, и на место ее все это дело потом поставить. Вот он у нас, наш бендикс силового стартера. Вот он один подшипничек. Вот он второй. Как правило, разрушается вот этот вот. Ни разу не встречал, чтоб разрушился вот этот подшипник. Но вот этот вот разрушается. На мою бытность с этими стартерами, у меня и на многих машинах такие стояли стартера, 3 раза менял на бендиксе. Меняется он достаточно хитро. Вот, я уже, блин, сейчас даже и не вспомню, как он меняется. По-моему, осаживается, снимается вот этот подшипник, осаживается шестерня, потом осаживается бендикс, чтобы освободить кольцо стопорное. После этого снимается шестерня бендикса, а потом только меняется подшипник. Ну и собираем также в обратном порядке, аккуратненько, не спеша. Накладываем достаточно смазки. Слишком много ее там не надо, дабы она со всех щелей не полезла. Ну, как-то вот так. Так, немножечко добавлю. Вспомнил, как разбирается бендикс. Вот этот подшипничек отверткой просто снизу подколупываете его, все, сняли его, чтобы он вам не мешал. Потом
отвертку вставляете, желательно в тисках все это делать, вставляете вовнутрь какой-нибудь болт, что подходящее длинное, нажимаете вниз до упора, вот, и при помощи кого-то сбиваете вниз, вот, видите, осаживается. Это надо с кем-то, одному тяжело будет это сделать. Сбиваете вот это кольцо, снимаете стопорное и вытаскивается по спирали, он так вытаскивается, шестерня бендикса. После этого снимаете отверткой подшипник, подковыриваете, он туго так сильно не сидит, меняете, ставите новый подшипник и в обратном порядочке все это дело собираете. Сложного тут нету ничего.